Хай, меня зовут Даша. Сегодня мой день рождения. Good morning! А кто это тут у нас такой взрослый лежит? Кажется, сегодня будет трудный день. Так у тебя сегодня день дождения? Какая-то злая у тебя сегодня, Мардаха. Уйди в туман. Я прям не могу дождаться вечера, чтобы отпраздновать твой др... Я тебя даже не приглашала. Ты нет, а твоя мамка пригласила. Ах ты грёбаный кусок дерьма! Здравствуйте! Сегодня день рождения у моей дочурки, так что никаких планов на вечер. Только не это... Holy shit! А почему мне никто раньше не говорит об этом? Давайте все дружно встанем и поздравим ее. Нет, нет, пойте правильно. Happy birthday to you. Твою мать! Привет, вот Фрэнк! Ну, Даша, а чё это ты там делаешь? Слежу за тобой. Ты же получил приглашение на мой день рождения. Приглашение на твой день рождения? Да, вот такое приглашение. Это что-то типа приглашения на вечеринку? Ага. Понятненько. Да, только я не знаю даже, где твой дом находится. Да всё ты знаешь, он же прямо напротив станции. А напротив какой станции? Может быть, ты подскажешь мне, в какую сторону мне будет лучше пойти? Да, конечно, смотри. Вначале идешь до станции, поешь говна, а потом отправляешься в задницу. Ой, да ладно тебе, не злись, я же просто пошутил. Ладно, ладно. Говоришь, что сегодня у тебя дома будем праздновать твой день рождения, правильно? Да, все верно. И знаешь, мне нужен парень, который будет меня сопровождать. И я подумала, может, ты? Даша, посмотри, сколько здесь машин! В общем, извини. Кажется, я попал в аварию и не смогу сегодня прийти к тебе на праздник. Но я обещаю, что загляну на минутку. Да пошел ты в жопу, Фрэнк! Это будет самый шикарный день рождения в мире. И я там буду самой горячей сукой. Так что ты еще пожалеешь, что отказался. Я не буду надевать это сраное диснеевское платье, мама! Но, милая моя, ты в нем выглядела так великолепно в тех эпизодах, помнишь? В тот день ты была такой счастливой! Это был самый говёный эпизод за все время! Чувак, ты камеру не забыл? Конечно нет! Мы же разбогатеем, когда я выложу это на YouTube! За что мне это? Что? Да кто вообще все эти люди? Я ведь даже никого из них не знаю! Ну конечно ты знаешь, ну ты чё? Помнишь, как я тебя до школы довозил на такси? Смотри, я и доченьку с собой привел. Халло! Да когда же это все закончится? А вот и настало время вальса. А это кто вообще такой? А это твой кавалер на сегодня, разве не здорово? Ты что, ему заплатила, что ли, я не пойму? Ну, это как бы немножко секрет. И еще один важный вопрос. Почему он одет как дебил? Ну, вообще-то мне просто сказали прийти одетым по случаю. Ну вот я и подумал, что если ты будешь одета как принцесса, то... Да ты, как я посмотрю, смельчак. Потому что живым из этого дома ты точно не выйдешь. Господа, минуточку внимания. И я хочу сказать пару слов об этом прекрасном вечере. Здравствуйте, дамочки! И у кого здесь из нас острая нехватка бананов в заднице? Оу, похоже, я не на ту днюху попал. В общем, как вы уже, наверное, сами все догадались, моя девочка Даша самая умная и красивая в мире. И мы очень сильно тебя любим. Ты же моя Perfect Girl!
но ее блядский английский меня так сильно накаляет! И так хер пойми, что она там лопочет, так еще и куда-то съебывается этой обезьяной непонятными гринго с камерами! Кто это вообще такие? Почему они так странно разговаривают? Подумай над тем, что ты делаешь, дочь моя, потому что эта жизнь приведет тебя в ад! Ну это полный пиздец. Это просто гроза. Фрэнк? Фрэнк? Фрэнк! Ёбаный насвай, они убили этого пацана! Что здесь происходит? Всем стоять, не двигаться! Божечки ты мой! Да кто же такое натворить-то мог? Погодите, это какая-то ошибка, я этого не делал! Не верьте ему, я не виновный! Я сама решу, кто здесь виновный! Даша, я придумал! Спроси у зрителей, это же всегда срабатывало! Ты чё, совсем поехавший? Даша, он прав, спроси у зрителей! Вы вообще вкуриваете, насколько здесь всё серьёзно? Давай, Даша! Нет! Ну давай, Даша! А, да и хер с вами, помогите мне найти убийцу! Доча, давай, сука, жги! Давай! Да какого хрена? Я не могу поверить, что это всё происходит по-настоящему! Не могу поверить, что это опять случилось. Я просто хотела, чтобы хоть раз был нормальный день. Хотя бы в день моего рождения. Но это невозможно, так ведь? Я никогда не смогу жить нормально. Никогда! О, Господи, что же теперь со мной будет? Что за... Даша, я когда-нибудь говорил тебе, что иногда я вырубаюсь. Просто так, без причины. Вот только стоял, а тут уже валяюсь. Эй, я что-то не понял. Кто и зачем мне на шею кетчуп налил?